Город Лабытнанги продолжает преображаться. План дорожного ремонта охватывает 40 объектов, включая две масштабные реконструкции дорог по улицам Обская и Советская. Глава администрации Марина Трескова лично контролирует ход проведения работ. Сегодня градоначальница в очередной раз осмотрела места строек. Тему продолжит Альмира Новоселова. 76 дворов уже благоустроено в городе Лабытнанги согласно федеральному нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». А этим летом запланировано преображение 25 придомовых территорий по минимальному перечню, который включает в себя асфальтирование, освещение, установку скамеек и урн. 19 уже в асфальтировании, полный перечень выполненных работ. Также установлено освещение на всех 25 домах. И ждет, вот сейчас подготовительные работы ведутся под асфальт, это Обская 50, 52, 54, 56. И все, ждем погоды и будем выходить, приступать к асфальтированию. В принципе, работа у нас через, недельку будет завершена. Глава администрации Марина Трескова посетила дворы по улицам Дзержинского, Первомайская, Обская, чтобы лично оценить ход работ. Стоит отметить, что все работы, которые проводятся во дворах, имеют комплексный подход. Здесь участвуют не только подрядные организации в части обустраивания внутри дворовых территорий, но и управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, которые параллельно готовят жилфонд к осенне-зимнему периоду. Помимо этого, у нас еще в городе заключен контракт на благоустройство площадок по сбору твердых коммунальных отходов. И очень хочется, чтобы эти мероприятия тоже были сопряжены с дворами, которые подвергаются вот таким комплексным работам по обновлению их облика. Обновлены более 8 километров дорожного полотна, а это 21 участок дорог и внутриквартальных проездов в отдаленных микрорайонах БАМ, Геофизики, Обский. Работы выполняет подрядная организация «Уралтрансстрой». Уже завершен ремонт на улицах Клубная, Сибирская, Поисковая, Ямальская и Строителей. По графику дорожники ведут работы с опережением, чтобы к возвращению горожан из отпусков им было приятно вернуться в обновленный город. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».